Всем добрый день. Огромное спасибо за работу нашей студии Виталию Мазаеву и Владимиру Гончарову. И мы перемещаемся в Норильск. Спорт Холл Айка. Замечательный дворец, который примет ближайший матч, уже второй по счету в этом шестом туре Пари Суперлиги чемпионата России по футзалу или мини-футболу, дабы эти организации совершили расследование, разбор полетов. Стараюсь приглядеться, присмотреться на скамейку запасных. А не на трибунах ли Алекс? Удар Руслана Кудзиева и вытаскивает мяч Кирилл Щуро. Очень неприятный удар, хотя за этот угол формально отвечал голкипер в режиме лайв. Следующий вторник. В атаке. Ух ты, момент! И 1-0! Павлов открывает счет в нашей встрече. Андрей Павлов, 96 номер. Совершенно привычная для современного футзала ситуация. Павлов хорош, 1-1. Павлов, пустые ворота, 2-0. Ух ты! Филиппе Пародински, голевая передача. И Андрей Павлов оформляет дубль. С мячом Поваров. Поваров, Нанда, Поваров пропускает. Специально на Жулио Зануто раскачал Мусина Пушкина и в штангу пробил. Он еще и с левой умеет заряжать, а? Как я люблю эти финты. А мяч уже в руках у Щурка. Полторы минуты и ошибка грубейшая. Шевченко, 3-0. Филиппе Пародински, 3-0. Фил, Филиппе Пародински. Но какой получается? 12-й мяч для Филиппе Пародински. Филиппе Пародински обыгрывает Кутузова. Филиппе, передача, и вместе с воротами Павлов залетает в сетку. И интереснейший эпизод. Требую звонок другу. Звонок Николаю Цаплину. И разбор эпизода. Сдвинуты ворота. Не засчитано взятие ворот. И в этой игре 1+1 уже у Фила. Филиппе Пародински, Николай Балашов сохраняет надежду. Николай Балашов отражает удар с 6-метровой отметки. Ну и пока мы наслаждались повторами, Ухта забила 4-й мяч. 4-0. Розыгрыш стандарта, углового, удар и мяч от рук Николая Балашова. Это не претензии Николаю Балашову, наоборот, Балашов. А вот один мяч отыгрывает Норильский Никель. И без пятого полевого блистательный проход Тамерлана Алибекова и передача на пустые ворота. 1-4. Алексею Лялину оставалось уже не промахнуться по пустым в середине второго тайма. Новомодное название Денисов. Свободное пространство, передача, и от Нанда. От руки, причем Нанда, мяч залетает сетку ворот. Я не исключаю, что в другом случае, если бы мяч проследовал мимо этих самых ворот, арбитры, скорее всего, назначили бы еще один 6-метровый пенальти ворота Норильского Никеля. Еще раз четверка защищающихся. Удар и 2-5. Голевая передача Кудзиева. Удар, передача. Вышли у капитана Норильского Никеля, и Данил Кутузов переправляет мяч в сетку ворот. А играть-то еще достаточно. Норильский Никель пока тщетно пытается отыграться, хотя один мяч забил, 5-4. Но Филиппе Пародински забивает 6-й для Ухты и 2-й для себя в этом матче. Филиппе Пародински, 6-2, Ухта. Ухта выглядела бы куда более крепким коллективом. Но и 6-й фол фиксируется
нарушение правил. Педала этот шестой фол зарабатывает. И 10-метровый. То придется перебивать. Удар Балашов. Но со второй попытки с добивания Бруно забивает седьмой. Плюс 5. 7-2. Ухта на выезде обыгрывает Норильский Никель. Сверхрезультативная забивная Ухта. Артем Ниязов теперь хамоновый, практически мясной. Теперь за Эльпоса Мурсию играет. Шакиров, Кутузов, удар, перекладина, перекладина, перекладина. Ха-ха! Вот тогда Мелконян в американку. Виталий Мазаев с Владимиром Гончаровым подведут итоги второй встречи, да и даже двух матчей Норильского Никеля и Ухты. Победа сегодня ухтинцев, 7-2, взяли они реванш. Великолепная игра и Кирилла Щурка, и Павлова, и Филиппе Пародинский, да и всего состава ухтинцев.